Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин сегодня прокомментировал статью Владимира Путина «Строительство справедливости и социальная политика для России». По мнению главы республиканского парламента, это подробный ответ на ожидания граждан, в котором четко расставлены все приоритеты. Если левые патриоты, представляющие кандидатов в президенты, говорят о социальной справедливости путем дележа бюджета, у богатых взять, бедным отдать, еще что-то в этом плане сделать, то кандидат в президенты Путин социальный вопрос ставит так, чтобы государство своими законами, своими управленческими решениями создало условия для самореализации человека в образовательный период, когда он обучается, в конкурентной среде самореализации на производстве, в целом в общественной, политической жизни. И вопросы справедливости изначально ставятся на твердые рельсы, системно в Российской Федерации. В этой статье Владимир Путин основательно показывает подходы к решению в ближайший период, если он будет избран президентом, основополагающих вопросов, волнующих население Российской Федерации.